Гоца, Сока Барачинского, Сергей Николаевич Давыдов. Сергей Николаевич, ну, поделись впечатлением о таком супер матче, супер камбэке на последних секундах. Сделал еще отличение. Ну, тяжело нашей рабочей крестьянской команде играть. Вы видите состав Святогора какой, да? Очень приличный состав. Мы тоже не мальчики для битья. Как бы у нас еще шанс есть. Ну, очень хороший шанс мы сделали. Шанс есть. Нужно... Ну, эмоции, видишь, крики. Немножко поругались. Надо завести друг друга. Болельщик у вас так яростно поддерживает. Сколько человек приехало, ну, с вами? Смотри, ну, человек 20-то есть. Болельщики едут на каждую игру. Зимой и летом, ночью и днем. Дождь и снег, и везде уже так говорили. Вы дали его сегодня замену, выпустили Вадима Ванечкина, у которого игра не очень шла. Не очень шла. Забил решающий гол, хватило ему касания. Ничего. За счет чего? Настроили его, видимо, самому казалось. Пару слов сказал. Как видите, не секрет, что все так настраивали своих подопечных. Это профессиональная тайна. Еще матч с Гоняк. Какой счет у вас устроить, чтобы остаться на вершине и стать чемпионами? Секрет. По-моему, ничья вас даже. Будете играть, скорее всего, на победу. Будете играть на победу. Для своих зрителей. Но будем играть на победу. Ну и давайте последний вопрос. Выберем с вами лучшего игрока сезона. Кто это будет, мы вручим ему небольшой приз. Так. В смысле, среди всех? Да, по результатам всего сезона. А я вот выберу, знаешь кого. Человек пришел с армии, жить в среду. Очень. На второй день поехал играть. Как бы я... А показал, что он в Бразилии служил, какие финты делает, ноги бразильские. Ну, он и служил, и играл в футбол. Я его. Все, спасибо большое. Прикрепим мы вас оперативное фото на память с лучшим игроком. Потом. Может, сейчас. На вайс приедем. Ну, вот впечатление о матче. Сам как бы он занял. Давыдов. И, мне кажется, мне на победный второй поединок, чтобы уже можно было года. Сега, как игра? Серьезно настроен, выиграли 100 рублей. Сейчас мы ждем еще. Вообще не ждем. Сега! Как же? Илья, говори, как вставать. Как нам? Обниматься, целовать? Сначала приз. Построй нас хорошо. Вручим Жеку, бери конфеты, не будем обладать. Я тебя признал лучшим игроком. Всем. О, видишь, какая. Че тебе конфетку? Да, там Владу дал. Вадику? Так, а можешь майк или Илья? Тут у нас есть человек. Оба? Да, да, он больше обратно. Так, и поближе. Так, сейчас, да? Да, мы сейчас на удачу. А что, они не играли, что ли, с Каменской? Вот сейчас будет играть.